Растения семейства посленовых – это помидоры, картофель, перец чили, болгарский перец, баклажаны и другие наши любимые овощи. Что же в них вредного? Дело в том, что посленовые содержат саланин. Саланин – алкалоид, который вызывает диарею, головные и суставные боли, безболие, бессонницу, нервозность, депрессию, головокружение, желудочные колики и сердечную аритмию. Они могут также вызывать желудочно-кишечные и неврологические расстройства. Саланин замедляет распадение ацетилхолина, является нейромедиатором. Результатом становится оцепенение мышц. Саланин также способствует неправильному функционированию щитовидной железы, хроническим суставным болям, повышенной кишечной проницаемости и депрессии. Кальций триол посленовых заставляет кишечник всасывать кальций из пищи, но в слишком больших количествах он ведет к повышенному содержанию кальция в крови. Тело запасает лишний кальций в мягких тканях, сухожилиях, хрящах, почках и коже. Он может привлечь к остеоартриту, заболеванию коронарной артерии, костным шпорам и боли. Посленовые очень калорийные, что может быть сбалансировано более тяжелой пищей, но по отдельности они создают слишком большое увеличение, вызывая головокружение, ослабление костей, суставов, зубов и органов тела у чувствительных людей. Как могут приверженцы средиземноморской диеты с использованием томатного соуса оставаться здоровыми? Во-первых, они едят различные овощи. Готовка немного уменьшает содержание саланина, а в традиционных диетах потребляются сырые овощи. Сорванные зелеными помидоры и болгарский перец содержат больше всего саланина. Витамин К2 подавляет скопление кальция в мягких тканях. Также дефицит витаминов D, K и магния могут сделать вас более чувствительными к посленовым. Доктора и ученые США о посленовых. Доктор Норман Чилдрес первый заинтересовался посленовыми в 50-х годах прошлого века. Сейчас ему 94. Он был ученым-садоводом, открывшим, что диверкулит, воспалительное заболевание кишечника, вызван посленовыми. Натуропат Гаррит Смит заявляет, что избегание посленовых уменьшает боли при артрите, мышечную боль, проблемы с желчным пузырем и бессонницу. Чем заменить посленовые? Попробуйте черный перец, корень имбиря или сухую горчицу вместо перца чили. Замените картофель брюквой или репой. Из вареного пшена и капусты можно сделать пюре. Для помидоров сложнее найти замену. Также заметьте, что в китайской кухне посленовые не используются. Будьте здоровы! Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.